Сегодня будем снимать Mercedes C180 2019 года на автоматической коробке передач с двигателем 1.6, 150 лошадиных сил. Посмотрим, как себя покажет заднеприводный Mercedes вот по такой заснеженной дороге. Будем смотреть автомобиль в разных режимах. Я уже делал такие испытания на своем автомобиле BMW F30 с двигателем 1.5. И сегодня я то же самое покажу с Mercedes C180 в кузове V205. Это рестайлинговая модель. Посмотрим, как себя ведет автомобиль в обычном режиме с выключенной стабилизацией. Посмотрим еще третий режим. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Его просто так не выключить, я вам покажу, когда уже сядем в машину. Мне пришлось зайти в YouTube, посмотреть, как полностью выключает систему стабилизации на Mercedes C180. Я, конечно, хотел заснять еще, как буду кататься по городу, но сегодня последний день зимы, и дороги чистые, поэтому не получается вам показать езду по городу. Но, тем не менее, я попытался заехать на Mercedes в то место, где я застрял на BMW. Этот момент я вставлю в конце, посмотрите, я там тоже умудрился кое-где как-то застрять. Снег утрамбованный, машина ведет себя намного увереннее, чем вела себя моя машина в заснеженную погоду. Еще один момент. На Mercedes тоже такая же резина, как у меня. BF Goodrich 225/55/16. Абсолютно такая же, но есть одно но. Хоть на Mercedes и пробег 50 тысяч всего лишь, и Mercedes 2019 года, шипов на Mercedes практически не осталось. Если сравнить с моей машиной, я резину покупал в этом году, все шипы на месте. Поэтому конкретно сравнить с BMW Mercedes, ну, не получится. Ну, а сейчас предлагаю посмотреть, как ведет себя автомобиль по заснеженной дороге. Я буду разгоняться до сотни, если получится разогнаться до сотни. Буду заходить в повороты и буду разворачиваться на пятачке. Буду делать какие-то маневры. Посмотрим, как будет себя вести Mercedes C180 в разных режимах. Поехали! У нас сейчас обычный режим. Стабилизация включена. Трогаемся. Педаль в пол. В общем, ничего не происходит. 20. Педаль в пол. 5000 оборотов. Обороты растут, машина едет медленно, 40. Но зато управляемая. Ну да, конечно, чуть-чуть подбрасывает. Но это совсем чуть-чуть, машину управлять можно. 60 км в час. Но BMW разгоняется, мне кажется, быстрее. Но, опять же, не будем забывать, что BMW на шипованной резине. Хоть она и такая же, но она шипованная. Шипы дают о себе все-таки знать. Вернулся на прежнее место перед поворотом. Выключу стабилизацию. Стабилизация тут, конечно, по-странному выключается. С руля. Вспомогательные системы. ESP выключили. У меня загорелась лампочка на табло «Выключенная стабилизация». Ну, попробуем. Ну да, прям чувствуется. Машина шлифует. Газу умеренно. И начинаю притапливать. Ну, смотрите, вообще машина бешено ведет себя. Но опять же, машина не шипованная. Машина мощнее, чем моя 318. И это прям чувствуется. Я еду 70 км в час. Очень нервно ведет себя машина. Тут улететь в сугроб, как делать нечего. Вообще вот. Вот третий режим я даже включать не буду. Настолько опасно ведет себя машина. Обычный режим, стабилизация включена. Сейчас попробуем сделать разворот. Газую, педаль в пол. Короче, стандартный режим, как и положено. Ничего не происходит. Сейчас мы выключим стабилизацию. Умеренно газ. Что-то не дает, что-то хрустит. Да. Газ чуть-чуть убирает. Не дает до конца.
не дает. Тебя что-то держит. Держит, держит. Причем держит именно в тот момент, когда ты начинаешь опускать газ. Срабатывает, срабатывает. Сейчас попробуем еще раз. Но почему-то вот тут она вообще не вмешивается, когда тебя хочет выбросить с дороги. Абсолютно другое поведение. Абсолютно другое поведение, в отличие от BMW. Я сейчас все-таки выключу полностью стабилизацию. Ставим галочку. И видите, у меня все выключено. Все. И сейчас попробуем сделать то же самое, разворот. Полное отключение стабилизации. Для этого мы заглушили мотор. Включили зажигание. Заходим в меню. Удерживаем стрелку 3 секунды и нажимаем кнопку ОК. Появилась надпись СТО. Данные по автомобилю. Опускаем ниже, динамометрический тест. Заходим туда, ставим галочку. Это означает, что у нас все вспомогательные системы выключены, вплоть до АБС. Хотя видим здесь, система стабилизации включена, на самом деле она у нас выключена. Да, да, чувствуется, полностью ослабило. Тормоза не вмешиваются. Попробуем медленнее зайти. Все-таки шипов у нас нет. Да, да, да. Вот в этом режиме можно поехать красиво. Я был еще 15 минут только за рулем Мерседеса, да, я не знал, как выключается система стабилизации. Есть у нас на F30 есть просто кнопка, взял и выключил систему стабилизации, да, а тут никаких кнопок нет. Машина выехала, не выключая систему стабилизации. Мне показалось на Мерседесе, что система стабилизации, она умнее все-таки. И именно закусывает то колесо, которое надо закусывать. Если бы я на BMW застрял в этом же месте, F30 не выехал бы. Это мое личное мнение. Я думаю, все-таки BMW F30 застрял. Потому что, не выключая стабилизацию, ты нажимаешь на газ, а у тебя не дает крутить. У тебя не дает. А на Mercedes дает, на BMW, чем больше давишь на газ,
тем сильнее тебя душит стабилизация. А на Мерседесе, наоборот, логично как бы сделано. Чем больше ты давишь на газ, машина понимает, что тебе не хватает газа, ты хочешь пробуксовывать, тем больше распускает стабилизацию. Подвожу итоги, друзья. От Мерседеса C180 я вообще не ожидал такой прыти, такой мощи. Я думал, эта машина сама по себе такая спокойная. Я вот сегодня, да, с Мерседесом C-класса открыл совсем другую машину. Еще одну веселую машину. У этой машины включенная стабилизация и выключенная стабилизация. Нет такого промежуточного режима, как на BMW, где тебе дают поиграться, но поиграться как новичку. А у Мерседеса уже стабилизация выключенная, это уже такая для серьезно подготовленных людей. Ну и либо это чисто просто выехать с того места, где ты застрял. Но опять же, я уже говорил, то, что стабилизация у Мерседеса настроена очень хорошо. Со включенной стабилизацией машины все друг на друга похожи. Что одну не дает занести, что другую не дает занести. А хотя стабилизация больше распускает у Мерседеса. Получилось вот такое короткое видео. Надеюсь, вы смогли понять, как ведет себя Mercedes C180 по заснеженной дороге. На этом все.